В здоровом теле – здоровый дух. Пенсионеры Артемовского городского округа знают об этом не понаслышке. Спорт для них – источник жизни и долголетия. Держать свою физическую форму в отличном состоянии артемовским ветеранам помогают различные физкультурно-оздоровительные праздники, в числе которых походы по тропе здоровья, футбольные матчи, ежегодная спартакиада «Родник здоровья». Последняя, как правило, проходит в первых числах декабря. Участниками Артемовской спартакиады в этом году стали 24 команды, представители ветеранских организаций. Уважаемые наши ветераны, уважаемые участники, уважаемые болельщики, уважаемые гости, мы в очередной раз собрались на замечательное мероприятие, которое задумано управлением социальной политики нашими коллегами комплексного центра социального обслуживания населения, Советом ветеранов, общественными организациями, ветеранскими организациями нашего района. Цели этого праздника для души и тела входит привлечение граждан пожилого возраста к регулярным занятиям, физическими упражнениями и пропаганда здорового образа жизни. В количестве из 6 человек соревновались в меткости, силе и выносливости. Ветераны труда и спорта сыграли в импровизированный баскетбол, футбол и даже боулинг. Доказали зоркость своего глаза стрельбой и дартсом. Испытали ловкость в эстафете. Без устали, с огнем в глазах и стремлением к победе спортсмены прошли все испытания. Самые быстрые были вознаграждены званием победителя спартакиады «Родник здоровья-2014».